Художник найден. Полиция задержала подозреваемую в порче 40 автомобилей. 1 августа десятки автовладельцев обнаружили, что их машины облиты краской. А на следующий день правоохранителям поступил сигнал о новой порче имущества тем же способом. В храме 58-летняя женщина испачкала краской предметы церковного интерьера. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Подозреваемая вела себя неадекватно, потому было принято решение вызвать еще и медицинскую бригаду. Сейчас женщина находится в больнице. Днем ранее на улице Рафаковской краской схожей по цвету, изъятой полицейскими у данной женщины, были облиты несколько десятков автомобилей. Во время работы по факту порчи автомашин экспертам-криминалистам были сняты следы пальцев рук, составленные по предполагаемым злоумышленникам недалеко от места происшествия банки из-под краски. Так вот, после сверки с дактилоскопической информацией отпечатков пальцев женщины, разлившей краску в церкви, у полицейских по большому счету не осталось сомнений в ее причастности к происшествию. Вот в ходе опроса фигурантка также призналась в противоправном поведении. Правда, мотивы своего поступка она назвать не может.